Всем привет! С вами я, Александр Сычков. И как я обещал, я сразу после того видео, где я играл на нефтебазе два раза и накопил 30 тысяч варбаксов, я после этого, не играл. И решил для вас купить что-то. Но первое то, что я хотел открыть, это коробки. Я сегодня хотел выбить этот, дигл. 30 тысяч варбаксов. 30 тысяч. Понимаете, сколько это дофига? 30 тысяч. Понимаете, это сколько дофига? Вы сейчас напишите, Бас, ты офигел, зачем ты будешь тратить варбаксы? Я скажу так. Есть такие ютуберы, которые там, копят до 100 тысяч варбаксов, до 500 тысяч варбаксов. И даже был один ютубер, который играл в Warface и накопил 1 миллион варбаксов. Конечно, после этого его забанили. Но он выбил... Не помню, что он там выбил. Что-то он там выбил, короче. И сегодня я тоже буду выбивать. Он тогда набил миллион. А я набил всего 30 тысяч. Но это все-таки начало. Я еще такого маленького ранга, считайте. И сегодня я с веб-камеры открою коробки с диглом, да. И давайте я придумаю какую-нибудь тактику сейчас. Давайте откроем. Сначала 4 коробочки. Смотрите, как уже 2000-то, все упало. И подкупаем еще одну. Уже у нас, если вы сейчас видите, то что у меня сейчас очень мало варбаксов. 28 тысяч. И мне не выпадает... Дикл! Навсегда! Обычный. Это уже хорошо. Это хорошо, ребята. Это реально хорошо. Это уже что-то, ребят. Это реально уже какой-то прогресс у меня пошел на этом аккаунте. Так. И подкупаем еще. 26 уже варбаксов есть. Открываем. Пожалуйста, золотой дигл. Золотой дигл. Нет. Еще раз. Я пока не выбью золотой дигл, я отсюда не уйду. Я вам сказал, я потрачу все 30 тысяч варбаксов. Пока я не выбью золотой дигл. А я его выбью. Я вам обещаю. Давай же. Я хотя бы один дигл, но выбил уже. Это уже прогресс. Это реально прогресс. Я еще ни разу не выбивал дигл на этом аккаунте. И вдруг мне нафига. Пожалуйста. Пожалуйста. Одни гранаты. 22 тысячи варбаксов у меня осталось. Я же мог купить шлем для снайпера за 12 тысяч. Но я все трачу на какой-то коробки. И не знаю, что мне сейчас выбирать. Давай же, пожалуйста. Золотой дигл. Нафига мне гранаты? У меня их дофига. 20 тысяч варбаксов. Так, я докупаю еще 4 коробки. Это, наверное, первое видео, где я просто трачу впустую варбаксы. Надо было остановиться на обычном дигле. Но я не такой. Да. Я всегда... 18 тысяч. У меня осталось 18 тысяч варбаксов. Из 30 тысяч. Я считаю, это ненормально просто. Я покупаю еще коробочку. Пожалуйста, выпади мне дигл, пожалуйста, золотой. Нет. Игра просто не хочет мне выдавать золотой дигл. Я поставил себе такую цель, что любыми способами. Хоть буду там играть, я не знаю, сколько лет, но я выбью золотой дигл на этот аккаунт. Я вам обещаю. Так. Мне осталось 14 тысяч. И... Я понимаю. Пожалуйста, дигл. Почему гранаты? Ладно, еще раз покупаю. 4. Так, у меня уже 12 тысяч варбаксов осталось. Это мало. И я подкупаю еще одну коробку. Пожалуйста, сейчас должно повезти. Пожалуйста. Почему гранаты-то, Что такое-то? Диглы, что ли, золотые закончились? Я выбиваю еще 4 коробочки. Ведь у меня 10 тысяч осталось, да? Маловато. Еще выбиваю. Смотрите, что же мне выпадет.
Пожалуйста, золотой игл. Золотой. Нет. 10 тысяч варбаксов. У меня стало... У меня, блин, даже не знаю слов, как бы... Зачем мне знаки возвращения, если я их за каждый день получаю, считайте? Просто варбакс сейчас пустую трачу. Серьезно. 8 тысяч осталось. 8 тысяч варбаксов. Неужели я дигл не выпью золото? Нет. 8 тысяч. 8 тысяч, блин! Блин, это невозможно, это нереально. Почему у меня калаш... Что это такое? Сам что-то вылетел. 6 тысяч осталось. И, пожалуйста, золотой дигл. Да опять грены. Блин, нафига мне гранаты? Эх, ребятки. Видимо, мне золотой дигл не выпадет. А так хотелось золотой дигл. Видите, стало долго думать, выпадет или не выпадет. Да. 4 тысячи варбаксов осталось. 4 тысячи! У меня было 30 тысяч. Надо было учить сразу после того, как я получил обычный дигл. В общем, я хотел дигл, и я получил обычный. Хотя хотел золотой. В общем, неправильно как-то стало что-то получаться. Так, 2 тысячи осталось. Не хватит на следующий раз. Пожалуйста. Пожалуйста, выпади мне золотой дигл, пожалуйста. Нет. Мне он не выпадает. Да. Вот так вот человек. Ну давай же, пожалуйста. Еще. У меня остается, ну, на один, наверное, хватит еще на одну коробку. Ну все, нет. Все, нету, нет, все. Одну докуплю. У меня нету. Нифига у меня нет, все. Даже хотел стрим для этого делать, но все уже. Я не знаю, что там выпадет. Все, там ничего не выпадает. Все. Я просто так проиграл 30 тысяч варбаксов. Просто так. Я хотел выбить золотой дигл и... Не получилось. Я пытался выбить золотой дигл. Мне выпадало какие-то гранаты. Мне выпадала всякая хрень. Итого у меня стало 14 знаков возвращения, хотя у меня было их 0. Дальше. У меня какие-то гранаты, у меня теперь 110 штук, я ими вообще не пользуюсь. Они мне нафиг не нужны. 66 дней, это ладно. 75 штук. Блин, все. 75 штук оглушающей гранаты. 14... Ладно, 14 штук знак возвращения и 66 штук это... противопехотная мина. Ребят, мне не выпал дигл. Мне он не выпал. Обидно. Так, ладно. Давайте посмотрим хотя бы на обычный. Даже закашлял. Я проиграл 30 тысяч варбаксов. Блин. Такую сумму. Ладно. Думаю, не зазря. Идем на полигон. Так, это все стоит нормально у меня. Вот он, мать его. Блин. Это золотой дигл. Давайте посмотрим, как он стреляет. Без всякой хрени, без всяких модификаций. Ну, вообще, он стреляет нормально. Мне по... Ну, все хедшоты вышли, да? Тут есть дофига всяких разных модификаций для него. Так. Вот такую хрень можем сделать. Вот. Как можно прицеливаться. Не знаю. Вообще, в реале, зачем прицеливаться с дигл? С пистолет. Ну, может, я что-нибудь не знаю. 49 патронов можно перезарядить. 7 патронов, ну, в общем, как всегда. В
Ребят, это Дигл. Его еще надо чинить. Это офигеть как, ну, дорого. Это реально что-то, ну, нереальное. Ребят, это правда какая-то хрень. Вот только посмотрите, я потратил 30 тысяч варбаксов на эту хрень. Ну просто, ну зачем я тратил? Зачем же я это сделал? Блин. Надо было остановиться на том Дигле, который у меня был. Да. Ну хотя бы я теперь знаю, чего ожидать от открывания кейсов. Хоть что-то уже, какой-то прогресс, ну, есть. Я думаю, я бы на рулетке купил бы этот обычный Дигл. Сколько я там варбаксов потратил? Я даже не помню. Ну, тысяч, может, 50 или 60 тысяч варбаксов, может, я потратил на этот кейс. 60 тысяч варбаксов стоит один такой Дигл обычный. Это вообще офигеть. Но он на рулетке стоит всего где-то, я не знаю, сколько кредитов. Ну, мало, короче, кредитов там. Где-то Дигл стоит 1500, где, я не помню сколько точно, тысяча сколько-то, короче, варбаксов, ой, не варбаксов, а этих кредитов, 1500 кредитов, вот, стоит на рулетке вот это вот Дигл обычный, золотой же там стоит 3000, просто 3000 варбаксов. Блин, каких варбаксов, блин, короче, просто кредиты. Все. До свидания. В общем. Вот такая хрень у меня выпала. Я не знаю, как я с ней буду играть. Сколько там на починку будет стоить. Но хотя бы я что-то выбил. Это первое то, что я выбил на этом аккаунте. И это удивляет. Так. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем пока.